Снова я Узир. Сегодня мы поиграем в FIFA Mobile. Да, FIFA Mobile. Я сегодня хочу выиграть Диего Коста тут. Я встречаю впервые такого соперника уже за 7-8 матчей. Только за 7-8 матчей. Даже 10, наверное, где-то не считая запись. Да, и впервые вижу, у которого есть тот, и сразу Диего Коста с рейтингом 90. Ой, да, Бонуччи, это будет проблематический. Давид Луиз. На, нет, Эллер. Такой-то не самый подходящий удар был. Ай, да, ну-ка, куда ты даешь, Матьюс Перейра? Эллер, раскачивает. С подкруточкой. Ах, Ульмер. Нет. Игуаин у него есть. Интересно. Оп, Эллер. Еще раз раскачивать. Но это уже Давид Луиз. Его уже не раскачать. Так, Левандовский. Ой-ой-ой, как элегантно. Левандовский. Оп, и Левандовский. 1-0. Передача Матьюса Перейры. Оп, раскачиваем Бонуччи. Давида Луиза удар. Прямо в руки вратаря. Фриц, нет. Даники Балас. Ай, да, нам тоже забивают. И остается 50 секунд. Надо забить. Срочно! Эктор! Даники Балас я навешивал вообще-то. Матьюс Перейра. Да Фриц! Ну. Догнал. Отдать. Эктор Билишин. Нет, 20. Не давай, прошу тебя. Все. Нет, еще не все потеряно. Даники Балас. Штраф. Да. Соперник вышел из матча. Это как, опять? И чё? И что мне дадут? Ноль фанаты? Почему? Я бы мог выиграть. Ну хорошо. Всем пока.